«Папины дочки» новый третий сезон – это продолжение комедийной истории про многодетного отца Веника, от которого ушла жена Даша, оставив на попечение четырех дочерей. За помощью с воспитанием Вениамин обращается к теткам девочек Маш, Жене, Галине Сергеевне, Полине, а также к прабабушке, бабушке и, конечно, к дедушке, чье судьбу повторяет Веник. Дочки растут и входят в переходный возраст, с которым не только занятой отец, но и сами девочки справиться не могут. Взаимопонимание и общий язык найти все сложнее. Помощь родственников тут как нельзя кстати. Но Соня, Лиза, Диана и Арина не готовы идти на мировое, раскрывая близким весь свой противоречивый внутренний мир. Главные роли в картине исполнили Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнаддинова, Виталий Корниенко, Ева Смирнова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова и другие. Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки новые» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.